январе завод «Краски Квио» отметил 30-летие. Компания появилась в непростые времена. Начинали с малого, в 90-е в арендованных помещениях с небольшим штатом сотрудников. Сейчас выпускают более 100 видов продукции, а география продаж только в России простирается от Калининграда до Владивостока. Сегодня компания в топ-15 крупнейших производителей лакокрасочных материалов. В деле свыше 200 специалистов. Годовая выручка порядка 2 миллиардов рублей. Все поступающее на предприятие сырье проходит проверку в лаборатории. Только после нее разрешение на использование. Производственные процессы на заводе автоматизированы, насколько это возможно, а рецептуры зашифрованы в штрих-коды. Считываются на конвейере, после чего компоненты краски в нужном количестве поступают в товар автоматически, с высокой точностью. Благодаря продуманному проектному решению и универсальному оборудованию в одном цеху завод может выпускать практически любую линейку красок. Готовую продукцию снова проверяют в лаборатории. Там проводят расширенные испытания, выписывают паспорта, ведут мониторинг, особенно если использовали новое сырье. За качеством следят 10 специалистов, они трудятся на 2 цеха, 2 смены. Даже в непростые санкционные времена компания продолжает работать как отлаженный механизм. Высокого качества выпускаемой продукции не удалось бы достичь без современных технологий и профессиональных работников. Самым главным фактором успеха компании является постоянное движение вперед. Инвестиции в техническое оборудование, в научные разработки, лабораторное оборудование, испытательское оборудование, в человеческий капитал, совершенствование технологических процессов и применение различных лучших практик в управлении. 30-летний юбилей завод «Краски Квио» встречает новым инвестиционным проектом. Реализовав его, предприятие сможет удовлетворить расширяющиеся потребности покупателей как в декоративном, так и в индустриальном сегментах.